В субботу в Харцевске были определены сильнейшие боксеры города среди юношей. 3 марта прошли финальные бои двухдневного городского турнира. В финал соревнований вышли 22 юных боксера. Один представитель Зугреса, четверо иловайчан и 17 харцезян. Открывали соревнования самые маленькие и самые легкие. В весовой категории до 26 килограммов на ринге сошлись 2 10-летних Ивана, Пехов и Канарейкин. И оба стали победителями. Первый боксерский поединок завершился боевой ничьей. Накануне мы проводили бои. Сильнейшие боксеры, которые одержали победу, соответственно, переходят в финал. Конечно, в дальнейшем есть формирование команд сборных. Вот эти команды, когда будут сформированы, выступать будут на республиканских турнирах, показывать результат. Надеемся, что это будет достойный результат. Одним из самых зрелищных поединков финала стал бой харцезянина Дмитрия Домолеги с иловайчанином Максимом Гнилицким. Единогласным решением судей победу одержал воспитанник тренера Кирилла Гончаренко Максим Гнилицкий. Ну, бой тяжелый, соперник тоже, но победил выносливость. Какие дальнейшие планы? Ну, тренироваться, выступать и побеждать.